И все-таки, возвращаясь к предыдущему, к тому, что не обязательно всех любить, меня все-таки удивляют люди, что же их заставляет, например, там, свернуть со своего маршрута, сделать вообще целую дугу, подойти к вам, ну, к вам мне, например, там, и сказать: Лев Чуч, а вы знаете, я вас не люблю. Я вас не очень люблю. Да, или я вас не очень люблю, или вообще. А что такое? Ну, не любишь и не любишь, иди мимо, и все себе. Вот запах всем хорош, не нравится, отойди. Да. До Жванецкого, не я.